Незадолго до начала 72-часового перемирия в секторе Газа палестинские радикалы выпустили несколько ракет по израильским городам. Вновь звучали сирены воздушной тревоги, в том числе в районе Иерусалима. Одна из ракет попала в палестинский дом на западном берегу реки Иордан, недалеко от Вифлеема. Погибших нет, здание серьезно пострадало, говорит владелец дома. Мы все спали и проснулись от громкого взрыва, который буквально потряс здание, а также дом моего брата на противоположной стороне. Взрывной волной были выбиты стекла. В Газе утром во вторник ситуация казалась спокойной. Жители города, желая воспользоваться передышкой, вышли на улицы, чтобы купить продовольствие на рынках. Перемирие позволит нам позаботиться о наших детях. Все разрушено. Ни Аллах, ни один человек, будь то мусульманин или нет, не приемлет подобную ситуацию. Погибли наши женщины, дети, говорит житель Газы. Сообщается, что в палестинский анклав стала поступать гуманитарная помощь. Жители сектора Газа намерены воспользоваться паузой для разбора завалов. Многие районы Газа представляют собой сплошные руины.